Доброго утра. 8 часов. Ой, я проснулась в 8 часов. Сейчас вот разложила все вещи, которые у нас есть, которые были постираны в гардеробной. И Антошка вот только проснулся. Сейчас у нас 10. И вот он спал дольше всего, да? Доброго утра, сыночек. Ты выспался хоть? Да? Пьет чай. Вот такие вот. У нас целая куча конфет. Папа, да, я больше всего вот такие вот люблю, которых вот эта нежная вафелька и такой крем. Здесь какой, с фундуком какой-то. Вот она, вот эта большая такая добрянка, и вот рулады такая маленькая. Маме, я люблю такие. И ты такие любишь. Да, они очень такие нежненькие, мне нравятся вот такие вот именно. А я сейчас маленькую ем. Угу. Сейчас вот муж приехал быстренько перекусить. Я делаю ему кофе, варю. Будут греночки. Тостики, они уже здесь в тостере. Вот с таким вот вкусным сырком. И кофе со сливками будет 10%. Я тут конфеты наложила разные. Красиво. А то такие тарелки многоярусные мы даже не используем практически. Вот решила ее достать. Чего же она так будет самый стоять? Самый маленький, средний, самый огромный. Тебе какие нравятся больше? Вот эти вот. Что тут за танцор у мамы, а? Пришел на помощь, да? Я решила приготовить постненький такой пловик с зажарой. Ой, пловик, борщик. Сделала зажарку, а нету у меня томатной пасты. Сейчас тоже не привезет и картошки. Я борщик приготовила, сразу наложила его, чтобы немножко подостыл, добавила сметанки, почистила яйца, так как у нас борщик, я даже без фасоли его делала, в общем, просто обычный борщ, но с зажаркой и без мяса на воде. Яйца, сейчас немножечко сала порежу, и, в общем, будет у нас вот такой вот обед. Самый голодный ребенок у меня, да? Ты, наверное, лучше всех помогал папе? А что ты делал? Работал. Работал? Я работал. Молодец. А с кем ты работал? Папа. С папой? О, а папа? С Антошей? Да. Скажите, что вы тут сделали? Вот. Угу. Мой нацик. У кого? Я лучше его. Нет, я. Ты за девочку даже играешь. Это не я, это Жоя. Мама! Что? Здорово. Мой тигр. А мой динозавр? Мама, у меня целых два места. У него одно. А у тебя что? Как, мама, как ты думаешь, какой лучше? Мам! Не знаю, два. Не, ну напишите в комментариях. Давай, у него динозавр, кто лучше? Нет, я. Подпишите, что я лучше. Нет, я. Ваня! Афонечка, что ты делаешь? Да. Ты неправильно обулся, Афонь. Переобуйся. Переобуйся. Ну, Антошек, что тут баловаться решил? Да. Баловаться. Да. А вы что хотите, молодой человек? Да, бабушка с дедушкой 20 штучек щавли сделали. Куда ты собрался ехать? Вон Степа приехал. Степа.
Что тут за драки, дети? Они мокро ходят, Гриш? Нет. Ты папа вроде включал поливать, нет? Нет, так хорошо, влажно. Да? А где Афанасий? Так как тебе что? Нет. А, он там, наверное, зеленую тачку катит. Что такое, сынок? Что? Ты куда это понес? А вечером мы поедем до дедушки. До деда. Леха. Если что, это камышлак. Мама, мама. Устроим соревнования. Мы с Гришей рано утром поедем в Ейск на камни, да? А Антоша с мамой и Сафоней. И Сафоней поедут в камышлатки. И кто больше поймает? А, по WhatsApp будем соревноваться? По WhatsApp, да, будем. Давайте. Мама, мы выиграем вас. Я там телефон оставлю. Я думаю, искал, мы выиграли. Ну, вот тогда вот видно будет. Это вам. А Афоня куда говорит? Молодцы, молодцы. Мама, кто-нибудь из вас червя хоть нанизывать умеет? Это хороший вопрос, Гриш. А кто-нибудь из вас накопал червей? Вы на что собираетесь? Я ничего не знаю. Ну, так и ловить. Я-то себе уже накопал. Так я уже начала собирать вещи для поездки в Ейск. Мы едем на 2 дня. То есть сегодня еще 2 дня. В воскресенье и в понедельник вернемся. Вот я обычно беру вот 3... Это детские вещи. То есть Гришины, Афонины и Антохины. То есть если мы едем на 2 дня, то я беру всего по 2. 2 носков, 2 трусов. Но кофту, правда, беру 1. 2 маек, 2 шорт, 2 штанов. Все беру, потому что вдруг будет прохладно. Кепки беру. Тоже чем больше, тем лучше, потому что они обычно бывают, что мы их там и забываем. Теряются очень быстро. Вот. Так что вот складываю вещи. Сейчас еще будет стопочка моих вещей и Сержунечкиных. И все буду упаковывать в детские чемоданы и в сумку в нашу. Так, давай кушай борщ. Давайте кушать борщик, сейчас мыться и поедем уже, хорошо? Куда? Ну, в Ейск. Или в камышеватку. Так сейчас уже вечер. Вечер? А Фанечка, а ты что, будешь тут дома? Мама, это не вечер. А что сейчас? В общем, сейчас будем кушать борщик. И ехать. И ехать, да. И купаться, и ехать. Да, помоемся и поедем. Так, ну что, мы собираемся, да, сынок? Вот одна сумка, это ж нашими вещами. Вот эта вот большая черная. И с полотенцами, это с детскими вещами. Чемодан Антошки. А Фанька готов, да, сына? Сейчас влез в поливалки к газону. Папа его поругал, он теперь расстроился, да? Не стани, не стани. Потому что нам сегодня машину надо все разделить, положить. А сегодня вы уже? Ну да, завтра, ну, завтра. В 5 утра, ну да. Так, вот, вот 5 все. Уже должны быть там, да? Ну все, кепки я и тебе, и Григорию, там я всем. Так, давай. Вот, выключил, а то все. А я его не включала сегодня. Все, ну, пошли. Полисадник вообще сейчас кажется таким заросшим. Ирисов тут прям много будет распускаться. Вот эти вот маленькие уже желтенькие еще цветут. Вот эти уже фиолетовенькие отцвели. Колокольчики, вот они, розовый распустился. И Василек тоже. Красивый такой синий. Мы едем. Выехали, наверное, часов 7, да? Сейчас уже Медведовку проехали. В Ейске. Это сколько сейчас время? 21:30, да? Мы в 7 выехали? Нет, в 7:30 мы выехали на трассу. Не, ну на трассу, но с дома. А, пить хотят дети, да, сейчас будем где-нибудь заезжать. А я с... бутерброд с колбасой хочу. Ну, лучше попробуем. А гляньте, как только началось, потеплело. Но у нас всегда, конечно, стекла грязные. Но в этот раз вообще мы просто какие-то убийцы. А в этот раз мы их не мыли даже. Убийцы букашек просто какие-то, да? А, то есть у тебя 10 пожизненных сроков. Да.
принципе, грамотно сделали. Он нахер тут не нужен. Так, а мы сейчас в Кипр поедем за подарком. Так. А что, это видео выйдет, знаешь, когда? После 9 мая. Да хоть после 11. А папа только 10 в школу пойдет. Да я что, это твоя школа? Купила я вот такие вот 10 тарелочек. Как у меня большая. Купила вот такие вот бабушкины миски. Башка. Люба всегда в таких дела вареники. Классная миска. Камышеватка, привет! Я уже все скинула. Девочки с камышеваткой, привет, передавай. Да. Да. Передаем. Передаем привет девочкам с камышеваткой. А мальчикам? А мы их не знаем. А девочек ты знаешь всегда, то то мало. Ну я видела. Где? Главное, поворачивайся. Привет, деда, да? Так, тут, я так понимаю, свет заканчивается, да? Тут цивилизация закончилась. Начинается камышеватская. Ну, это, наверное, тут не видно, да? А вот полевая. Да, не видно. А вот полевая кухня. В общем, там у кого-то на улице прям полевая кухня стоит. Ну, мы не стали ее цеплять. Пап. Здрасте, Лешка. Афоня, здрасте. Дедушка, вы завтра с нами? Афоня ж пока бутылку нет. Я с Антошиком. На рыбалку? Да, поедем, Антошик? Да! Так тебе что, удочку оставлять или не надо? У нас есть. Мы уже сюда поедем, да? Да! Мы больше их не ловим. Ну, посмотрим. Да, Антошик, ложи, ложи, а то ты сейчас поймаешь. Ведро. Ты ложишься спать? Ты покушал? Мам, а деда опекал. Ты с дедушкой поедешь? Да. А, ты приехал до деда? Да. Молодец. А, опекал. А, деда опекал. Да, до дедули приехал ты, да? Да. Молодец. Григорий тоже ложится спать. Ему завтра рано просыпаться на рыбалку, да? Решили с папой аж да, в 4 или в 5. 4.30 подъем. Мама. Антош, тебе помочь? Все, мы с Афонечкой тут переложились все, да? Говорим всем спокойной ночи. Свет надо выключать, да? Да. Да, мы сейчас поспим, а завтра поедем на рыбалочку, да? Да. Ты поедешь рыбу ловить? Mm-mm. Нет, а что, куда ты поедешь? Ага, деда. Так ты и так у деда. Ты с дедушкой, да? Да. И я с дедушкой. Можно? А Гриша с папой хотят в Ейск поехать. Там на рыбалку сходить, да? Есть. А мы в камышеватке будем, да? А. В общем, все, всем до завтра. Посмотрим, что завтра удастся поймать наш мужчина. Пока. 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 Мам. Пока. Да. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I am.